Я очень люблю бывать в театре русской песни. Вот предыдущий раз я тут смотрел замечательный спектакль «Калину красную», где прежде всего мне понравились песни, как они звучат, как они преподносятся, как это выглядит. Все-таки театр действительно песни, и это самое главное. Даже действо это уже не так важно. Важно то, как это звучит, как это поется. Сегодня я посмотрел прекрасный спектакль «За двумя зайцами», хохотал, до сих пор вот у меня рот до ушей. Я вам советую всем прийти обязательно спектакль этот посмотреть. Ну и, конечно, подписывайтесь на вот эту замечательную страничку, чтобы быть в курсе того, как живет театр.